В этом году в Самаре в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральная программа формирования комфортной городской среды приведут в порядок 55 дворов во всех районах города. Во многих дворах работы уже идут полным ходом, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Например, в Октябрьском районе в текущем году обновят 3 двора по улице Новосадовой 1 и 5, а также на Печорской 3. Везде отремонтируют внутриквартальные проезды, проведут озеленение, установят урны и лавочки. Департамент образования Самары информирует, что в рамках мониторинга деятельности муниципальных образовательных учреждений в летний оздоровительный период ведомство организует выездные контрольные мероприятия, в ходе которых рассмотрят в том числе вопросы организации и качества питания детей, находящихся в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных общеобразовательных учреждениях и в детских оздоровительно-образовательных центрах. Администрация Красноглинского района города сообщает в своем телеграм-канале, что 4 июня в Доме культуры «Чайка» поселка Управленческий пройдет концерт ансамбля «Песни и пляски» Черноморского флота. Вход свободный.